как мы отметили мой день рождения. Итак, тема этого года – русская поп-музыка эпохи миллениума. Я вдохновлялся любимыми песнями Тани Булановой и всеми отечественными хитами с 97 по 2002 год. Никакого дресс-кода в этом году для гостей не было. Вот в следующем году придется сильно запариться с образами, но об этом чуть позже. Мы с ребятами провели этот вечер в лофте в центре Петербурга. Начали с фотосета, затем я подготовил два интерактива про музыку миллениума. Кстати, несколько вопросов квиза я, пожалуй, оставлю в комментариях. Кульминацией вечера стал мой первый публичный диджей-сет. Одним из поздравлений стало видео от Татьяны Булановой, а еще автограф на нашей совместной фотке и билеты на ее концерт в марте. В финале мной была объявлена тема следующей вечеринки. Я выставил ребят и показал характерные движения под трек Мадонны «Don't Tell Me». В следующем году вечеринка будет однозначно жаркой. Догадываешься, какой будет тема вечеринки в 2025? Пиши варианты в комментариях.